Привет, друзья! Из последней закупки у меня остались Philips 1455. Спасибо, Philips, что написали название модели прямо на микрофончике. И что-то у меня есть подозрение, что я их прямо одной рукой смогу по-быстрому открыть. Да. Ой. Амбушюры. Наушники. Мне нравится коннектор современных Philips'ов. Он такой, достаточно компактный, Г-образный, да, под углом. Ну вот, смотрите, он очень симпатично смотрится, не, как это сказать, не выбивается, в общем, из дизайна, и в телефонах нормально смотрится, и из MacBook'а нормально торчит. Вот, я сейчас слушаю 4555, по-моему, называется модель. Тут, к сожалению, нигде не написано, не могу точно сказать, но я вам напишу. Вот, такой же у них коннектор, почти, они, конечно, но идея как бы одна и та же, ладно. Да, 1455, вот, белый цвет, да, стандартная форма наушников, да, левый-правый, давайте оденем. Ну, хорошая изоляция, я прям чувствую. Да, нормалек. Вот так это все выглядит в подключенном состоянии, на мой взгляд, вполне ничего. Так, сейчас послушаю свой тестовый трек. Ничего необычного не услышал. Звучат и звучат, знаете, в некоторых наушниках сразу чувствуется объем, в некоторых чувствуется, что есть какие-то проблемы, да. Ну, опять же, обращаю ваше внимание, что это первое включение, когда наушники не прогреты, да? Я с ними похожу неделю и запишу для вас вторую часть, в которой уже скажу, как они звучат в состоянии, в котором они будут пребывать весь свой срок жизни, всю свою наушечью жизнь. Друзья, привет! Отличные новости у меня для вас. Наконец-то мы нашли что-то стоящее после последних тестов, в которых наушники были, ну, прям скажем, не очень. Называется Philips 1455. Ну вот, они были прогреты. Я их одел, послушал. Помните предыдущий тест Philips'ов? 3555 модель, что ли, у которой отсутствуют басы, но которая дает такое полноценное разделенное звучание инструментов. Вот, здесь звук совсем другой. Мы с вами наконец-то нашли хорошие Philips'ы, и по этому поводу я даже подстригся, сделал моднейшую прическу. 400 рублей стоят, даже 370. То есть вы можете либо подстричься с бородой, либо купить себе эти Philips'ы. В общем, чего в них интересно? Звукоизоляция окей. Вообще отлично. Объявление в МЦК вообще не слышно. В метро чуть-чуть слышно. Поправлять наушники не нужно. Это Philips, да, вы не ослышались. Philips, которые не нужно поправлять. То есть их вставляешь, да, идешь гулять. Я сегодня прошел, несмотря на то, что на улице минус 15, что ли, ну, 12-15, я прошел 15 тысяч шагов. И поправлял Philips, может быть, раза два за там 3 часа. Я был в МЦК, в метро, я прошел очень много просто по улице. Важно, чтобы наушники ты вставил и уже о них не парился, потому что у тебя могут быть какие-нибудь пакеты с едой или пакеты с деньгами, да, если вы успешный молодой человек, да, или девушка. Бас в этих Philips'ах присутствует. Ну, особенно круто слушать в них электронику, да. Мне попалось несколько треков, где было такое ощущение, что трек играет посередине головы, а басы при этом на окраинах ушей. Вот, я не знаю, как этого добиваются, но эффект интересный. И, в общем, наушники, по сравнению с тем, что было в последних тестах, они реально доставляют удовольствие. Басы раскатываются по краям ушей. Вот так написал. Интересный эффект. Ну, смотрите, на рок-музыке у них верхняя часть средних
и начало высоких, они как-то сливаются в единый такой звон, что, ну, не очень круто. Я, естественно, сравнил Philips 1455 с эталоном звука по моей личной максимально достоверной шкале с JBL T290. И там шикарная шумоизоляция. Баса в JBL T290 сильно больше драйва. То есть, там, допустим, Linkin Park звучит так, как будто вам голову пилят пилой с такими большими зубцами. То есть, например, и это в JBL. Филипсы пасуют, но, тем не менее, это абсолютно нормальные Филипсы. А мы с вами о них знаем вот что. Существует модель 3515, у которой высокие вылезают на большой громкости. Кстати, мы их сейчас с вами сравним. Друзья, ну смотрите, 3515 из-за вот этих высоких, да, которые вылезают, они прям кусают ими. То есть прям так, ау, думаешь, блин, лучше было поменьше высоких. Здесь такого нет, но они звучат менее интересно, что ли. Но как сказать? Короче, у меня есть острое желание Philips 1455 поместить вниз блока, который можно покупать. 400 рублей. Нормально звучит. И это Philips. То есть мы нашли у производителя хорошие наушники. Норм. Если хотите Philips, берите. Если хотите существенно больше баса и готовы мириться с несколько искаженным звучанием, берите Panasonic 118 или 125. Так, если хотите еще лучший звук, такой более универсальный, хороший, может быть, чуть-чуть серединка там будет не так ярко звучать, берите Sony EX-15, сделанные в Китае, в Вьетнаме, плохие, сильно отличаются, посмотрите видосы, если вам интересно. Ну и, конечно же, если вы хотите самый крутой звук от Леши, берите JBL T290. Ссылочка на сравнение всех наушников и краткие комментарии, чтобы не смотреть все видосы. В каждом описании все, парни, отличной музыки. Еще есть несколько моделей. Обязательно про них вам расскажу.